Здорово, дорогие зрители, Шалим Влог вас приветствует. У нас была довольно тяжелая ночь с Бубликом, на самом деле. Все было в порядке до тех пор, пока мы не собрались идти спать и увидели, что Бублику реально херово. Визуально это все выглядело не очень, поэтому мы все-таки собрались и поехали к ветеринару, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, что это не какая-то срочная вещь. Ну, пересрали немного, да, провели полночи, ну не полночи, но... Все это взяло, да, все, в итоге полночи туда поездка, назад, ветеринарка ночная, нашли, наш ветеринар не отвечал нам на звонки, как обычно, конечно же. Хотя он 24 на 7. Хотя он 24 на 7, Аленка сидит вот там, вот вы ее не видите. Сделали парочку проверок, во время проверки УЗИ Бублика пришлось усыпить, и после этого он был, отходил от наркоза, нам было его очень жалко, и приехав домой уже в 5 утра, я еще как-то сразу уснул, а Аленка сидела с Бубликом, потому что он даже не мог встать, но очень пытался. С тех пор уже прошел один день. Этот день Бублик провел на обезболивающем, поэтому он был супер найс, супер веселым и немножко необычным, и немножко вот таким вот бешеным. Так, на него действует все это примерно как на меня алкоголь, он сразу супер добрый, он супер всех любит, он мурчит, он такой играется. Да, но когда у тебя кот играется с 7 утра до... часа ночи, и без того, чтобы даже прилечь отдохнуть на 5 минут, это начинает немножко быть странным, это начинает напрягать. Вот, сегодня намного уже он более обычный. Посмотрим, что будет дальше. У него была странная реакция на лекарства, которые мы ему давали, поэтому вот так вот. Смотрите, ничего не меняется, мы также сидим дома. В чем сила-то домашнего блогера? Вот так вот, ничего не меняется. До этого вы смотрели видео из нашего дома, и сейчас на улице пандемия, коронавирус, там бушует, не знаю. Завтра будут там, не знаю, танки летать и распылять всякие газы против коронавируса, а для вас ничего не поменяется, у вас будут домашние видео из семьи Шалиных. Крутяк, нет? Стабильность. Много времени. Смотрите предыдущее видео, кто не видел. Смотрите предыдущие 1015 роликов из нашей квартиры, которые вы еще не посмотрели. На улице у нас идет дождь, кстати, и с улицы веет таким, знаете, воздухом. Европу немножко напоминает. Так, первое. Дома пока что теплее, чем на улице, и это прикольно. И вот оно, ощущение Европы сразу. Вот у вас сразу ощущение такого уюта домашнего. На улице холодно. Дома теплее. Невероятное ощущение для Израиля. Второе. Так как у нас тут периодически есть какие-то траблы с заводом, сжигающие лекарства, и пытаемся прислушиваться, принюхиваться к тому, что происходит. И, честно говоря, вот сейчас я опять вышел на балкон, и я чувствую. Обычно это несет мимо нас на район напротив. Но бывает, что доходит и к нам тоже. Вот такой запах какой-то лекарственный. И вот сейчас я его отчетливо слышу, например. Сейчас мне кажется, что и горло что-то у меня начало жечь. Этот завод уже давным-давно пытались закрыть. И мэр новый обещал, и ничего пока не двигается. Там что-то не могут его оттуда сдвинуть. Давай, покажись, малыш. Как ты сейчас? Как ты? Ну, вы видите, короче, сейчас он супер-гиперактивный, потому что он на обезболивающем со вчера, и оно должно держать около 12 часов. Вот так это у котов. Супер такой, он на спидах, короче, он на наркоте. Вот эта вот мышка у него там, он ее из зубов просто не отпускает. А, это не мышка, где-то там мышка. Короче, он с мышками, с мячиками нас будил. И все такое. Ну, посмотрим, что будет. О, видите, что такое с ним. О, это что? Это нормальный Бублик? Это нормальный Бублик по настроению, а не постоянно 24 часа в сутки такой. Он такой уже, знаете, с 6 утра такой. Умка! Ну, что такое, умище? Зачем ты... Ну, что такое? Это не твоя лесенка, Умка. Зачем ты полезла на эту штуку? У нас так эти бедные цветы. Кстати, я вот сейчас Аленке подарил вот такой вот на 8 марта. Вот такую пальму подарил. И вот там еще стоит вот такая длинная. Это плющ. Но, кстати, плющ для котов, он токсичен. Вот оказалось. Ну, я знал, но я только не знал, что я покупаю плющ. Вот так вот. Он у нас стоит теперь там на балконе. На балконе небольшая реорганизация. У нас стало больше места, но пока еще не окончательно. Вообще, в принципе,
Так, наверное, пока рано говорить, но, возможно, вся эта истерия с вирусом и эпидемией, она в какой-то степени, я, конечно, очень аккуратно к этому пока что я так говорю, но, возможно, это в какой-то степени пойдет на пользу израильтянам в плане собственной гигиены и общих каких-то правил, потому что вот как Алла сейчас писала нам из Хедеры, да, что в Хедере начали использовать при расчете деньгами, там, всяких госучреждениях, на почтах и так далее, начали использовать перчатки. Как по мне, это вообще, ну, реально, да, это нужно было делать вообще, ну, вот если ты бы работал с деньгами, ты бы не сидела в перчатках, и этого в Израиле практически нигде я никогда не видел. Всегда все сидят, и все это руками. Я понимаю, что руками удобнее и все такое, но я не знаю, у меня есть какая-то собственная, наверное, брезгливость определенная. Все знают, что деньги безумные переносчики всякого дерьма. Как бы это довольно-таки тоже опасно, но, видимо, у них уже иммунитет был. Короче, я, в принципе, за то, что, да, можно ввести какие-то правила вообще не только на вот сейчас, на короткий период, а какие-то правила, чтобы люди в таких местах использовали перчатки и какие-то способы гигиены, дезинфекции. Но это всегда будет по кайфу, мне кажется. И я не вижу нашей елки здесь нигде. А потому что мы ее собрали. Я, конечно же, это снимал, так что смотрим. Здравствуйте, отличные любители бублика и шалин влога. И, конечно же, умку и шалин влога. Привет, здорово. По многочисленным просьбам мы будем сейчас разбирать эту елку именно потому, что мы прислушиваемся к нашим Ладно, я вру. Мы никому не прислушиваемся. Просто бублик нас достал, и он кушает ее постоянно. Бублику придется искать новый способ привлечения нашего внимания. Ну и, наверное, уже пора. Хотя в прошлом году у нас до которого у нас обычно стоит елка? Ну, до середины марта стоит. Ладно, разбираем. Вот смотрите, все, убрали уже елку, поставили елку другую. Это такая летняя елка будет у нас там стоять. Сейчас мы смотрели, сколько же людей везде есть или нету, потому что, зная израильтян, они все равно куда-то попрутся, но многие уже поднапуганы. Вот, тем не менее, я посмотрел по гуглу загруженность разных парчков, вот парков вокруг нас, тут по центру. И, честно говоря, и в Тель-Авивском порту, и в каких-то этих вот парке Иркон, и в парке Одашарон экологическом, который мы любим, там людей меньше, чем обычно. То есть люди есть, нарисовано, что они есть, но, скажем так, на треть меньше, в два раза меньше. Насколько это точно сказать сложно, по крайней мере, в обычные дни там рисуют вот такие графики, а теперь они вот такие. Это уже понятно, что людей там меньше, чем обычно. Но я говорю, что, наверное, выходить сейчас куда-нибудь гулять на природу, вдоль моря, просто вот прогуливаться, наверное, ну, в квартире может быть и безопаснее, но если хочется выйти, то, наверное, даже это довольно тоже безопасно. Вот в лес поехать, да? В лесу уж, наверное, нету коронавируса. Дышишь, вентилируешь там легкие свои, пьешь воду и все вот это вот. Так, если говорить про тему, которая не связана с коронавирусом, у нас появились по району и даже, наверное, по городу вывески, что запрещено бибикать. И висят они на въездах в такие вот маленькие кварталы, спальные, как наш. Это ни хрена не работает, потому что Аленка буквально вот на днях видела ситуацию, как женщина стояла и бибикала просто вот под этим знаком. Стояла в пробке и бибикала. То есть это на израильтян нифига не работает, но прикольно, что начали этим заниматься. И я же говорю, кто-то из ребят в мэрии и в правительстве смотрит мои блоги. А еще из киевского тоже, из киевской мэрии, 100%. Я уверен, что мои блоги идут на благо этим людям, и они потом что-то делают к лучшему. Ну, потому что это невозможно. Я просто почему вспомнил, только что был у нас бибик вот тут под домом такой очень пронзительный. Просто смотришь, что происходит, а тут как бы эхо такое, что ты выйдешь на балкон по телефону говорить, и все тебя слышат в противоположном доме.
Возможно, я сейчас вам вещаю, вот у меня открыто окно на балкон, может быть, меня слышно на все эти несколько стояков. И вот сейчас люди загружаются просто в машину, и сидел там, видимо, ребенок, и просто по кайфу бибикал себе, и все такие: «Ой, бибикает ребенок наш, как круто, как хорошо». Никто не думает о том, что сейчас может кто-то спать дома, может быть, просто кто-то испугается. Может, до этого в Израиле об этом вообще никакой речи не было. Вот, видимо, сейчас зашла. Посмотрим, куда она зайдет дальше, но пока с коронавирусом история, видимо, никто ни на что вообще не обращает внимания, конечно. На самом деле, вот что выигрывает в реалиях вирусов и пандемий. Смотрите, чем ты можешь заниматься, да, там, где ты можешь реализоваться? Вот в музыке, да, вот реализовывался. И что теперь? Больше 100 человек не можешь собрать даже на концерт, да и никто и не придет, даже если будет меньше. А если ты блогер, можно вообще просто... Рейтинги у телеканалов 100% сейчас вырастают. Рейтинги у блогеров в том числе, я надеюсь. Так что вот она, самая перспективная, можно сказать, реализация в нашей реальности сейчас. Смотрите, у меня просто как оперный театр Вены вот все это выглядит вечером. Вот так вот, вот мы вечером смотрим фильмы. Крутяк, скажите мне, зачем куда-то выходить? Все есть. Смотрите, у нас 2:17. Мы посмотрели сейчас уже фильмец и идем спать. Бублик, в конце концов, успокоился. И, ну, можно сказать, что его вырубило просто. И сейчас я вам показывал вот это вот. Он пытался просто залезть туда, вовнутрь под подушки. И Аленка сделала ему халабуду, и он... смотря на нас, вот так вот уснул там под одеялом. Все, будем смотреть, что будет завтра. Надеюсь, что ему будет, не знаю, когда наркоз сейчас отошел, надеюсь, ему ничего не болит. Вот, и мы сидим разговариваем, насколько Бублик для нас эмоционально как человек. Понимаем вообще все его эмоции, у него целый огромный спектр эмоций. И вообще, часто, когда мы сравниваем его... там даже сумкой, и особенно, ну, с другими котами понятно, но сумкой, потому что мы Умку тоже знаем хорошо, то он очень необычный. У него на камеру это невозможно вам заснять никогда, но у него целый набор огромный каких-то эмоций, которые он умеет проявлять. Это удивительно. Все, на сегодня все.